Привет, друзья! Вы на канале Кулинарим с Викторией, и сегодня мы готовим медовое печенье. Понадобится небольшое количество ингредиентов, всего одно яйцо, и гора печенья вам гарантирована за 30 минут вместе с выпечкой. Приготовление нам понадобятся следующие продукты. Полный список я вам оставлю в описании под видео. Сливочное масло нужно подготовить заранее. Я его достала из холодильника за несколько часов. Оно у меня очень-очень мягкое. В масло добавляю буквально 2 столовые ложечки сахара и перетираю венчиком. Затем добавляю сюда 2 столовые ложечки меда и одно яйцо. И перемешиваю все до однородной консистенции. И желательно, чтобы яйцо было тоже комнатной температуры. И теперь частями в несколько заходов просеиваю муку. На начальном этапе я буду добавлять 200 грамм. Потом буду смотреть на консистенцию и по мере необходимости добавлять еще. В описании под видео вы найдете точное количество муки, которое мне понадобилось. И просеиваю одну полную чайную ложечку разрыхлителя. Сначала буду перемешивать лопаткой. И потом уже, когда становится тяжело перемешивать лопаткой, будем домешивать руками. Тесто должно получиться мягкое и эластичное, и не липнущее к рукам. Теперь беру тесто и с помощью скалки буду раскатывать тесто в пласт толщиной примерно 0,7 мм. Не слишком тонкий и не толстый. И теперь с помощью любых формочек вырезаем печенье. Также это можно сделать обычным стаканчиком. Из остатков теста тоже раскатываем пласт, вырезаем печенье и перекладываем на противень. Складываем примерно на таком расстоянии, 1 сантиметр, чтобы при выпечке печенье не слиплось. Отправляем запекаться печенье в духовку, разогретую до 180 градусов, ориентировочно на 15 минут. Через 12 минут приготовления можно открыть и проверить. Запекаем до румяной корочки. Друзья, печенье я переложила на блюдо. Получилось оно очень вкусное, красивое и ароматное. Я уже попробовала. Ставим чай, кофе и подаем к столу. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.